все, вгашиваем, вгашиваем, все мы успеваем. Ну, поехали. Я вообще красный, мужики. Да похрену. Красный, красный. Давайте вот его вот убить надо. Давай. Все, просто в нее впиливаемся, и все. Don't stop. Красавчик. Слушай, ну это команда. Даже мы ее добить можем спокойно. Да, сейчас, наверное. Прям секунда-секунда там время. Нормально. Пощадный, блядь, поняли, да? Иди какой-то лига смотреть онлайн. Самое главное. Бля, вот с двумя лучниками шляпа, конечно, блядь. О! Блин, не знаю, мы с хлебом играли жестко так, с двумя луками. Ну я говорю, мне не понравилось, когда против нас двое лучников играли. А, да, да, да. Вот надо брать двое лучников, конника и две пехоты. Получается имба. Кот, давай ебашу, ну. А там ко мне выехали, блядь. А чё вот это вот? Санёк, теряйся, ты чё, блин? Поворот такой это. Багает, конечно. Объезжает справа. Бля, вот эти олимпийцы еще опа, те нах. Опа, ебать. Опа. Надо коня, и хуя они тут пушить начали. Коня похоронил. Давай вот эту пехотку сейчас это. Быстрее. Одна тычка осталась у меня. Гасите их. Потому что там двое только через 20 секунд поедет. Обосрались, блядь. План капкан не получился. Мочи лучника, мочи лучника. Так, я... Сейчас бегу. Так, я отступаю. Чё, можно откатить, да? Старик, откатываю. Да, да, отходите, я их подержу. Я свежий. На разворотах надо, Саня, тебе этого коня ударить и я бы там бежать. Да там этот, меня бы убили бы. Въебал я коня. Коня въебал. Ну вот, и они так быстро умирают. О. Нормально. Вот так, минус один. Все, минус два. Убегай, кот. Че, я эту гниду поймаю. А? Все, минус два есть уже, пошли. Это Саня, пуш сразу, а я... Все, еду, еду, я это хилс. Вот камера сдвигает, но пока неудобно, конечно. Кот. А, это Саня Карусон. Ну давай, давай. Я думал, КТ. Ну давай, ебать, Сочи. А, наушник. Что-то нас так жестко пробили. Надо, блин, под конец, понимаешь как, сейчас дефим, а под самый конец мы резко все просто на их хуйню бежим. И все, у нас так как... Да я ему на кропалях дал, чтобы это... расслаблялся. Старик, улетай, улетай, улетай. Князь, князь, держи вот этого кабана, вот идет, который, блядь, ты хуярь его. Да-да-да-да-да, но... Кот убегает. Старик, сейчас через 3 секунды появлюсь, помогу. Старик, уходи, 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 уходи. Все, сейчас я еще этого. Во все, старик стреляет. А, ты ушел, рефреш, ну давай, давай. Да, сейчас я отхил. Давай, давай, давай. А то тут луки. Подходить. Не догнался. Так, мужики, я рефреш. Это лука ловить вот этого. Да потом. Лук хуярит меня очень жестко. Да, да, нам это сваливать надо. Вот этого, да, сейчас вот так лук. У них там рефрешнулись. Так, я сейчас тоже вылезаю. Все, давайте сейчас пушим их жестко. Так я хилюсь. Лучника, выключите, пожалуйста. Ну. Князь, 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 пехота, я сейчас. Сейчас я ударю его. Все,
Все, я сунул. Кот там, а, ну ладно, ты его не зацепишь. Старик, старик, помогай, помогай. Да, я тут стреляю. Давайте, пацаны, надо это, бейте, бейте. Все, минус, погнали туда. Газуйте. Ну я уже бью. Только сейчас меня оттуда выкурят. Санек, удирай, удирай, удирай. Пропушиваем их сейчас на пол. Все, погнали, надо быстрее успеть. Да бейте. Старик. Старик, бей, бей, бей. На, надо же писать эту замечательную лигу. Назовем старик это может. Хоть где-то старик что-то может. Кстати, старик, слышь, я вчера заснул, прикинь. Я вчера проходил, заснул и забил. Не стал обгонять. Честно мог вогнать. А? Мне кажется, не смог бы чисто из-за командиров. А у меня тоже нет командиров. У меня оставалось, короче, оказывается, ну я угорал сначала, что 6. У меня было 4 попытки, по-моему. Вот. И я, прикинь, заснул на, получается, на 3-й. Направо там идут. Вот, трое. Значит, нам... Два лучника, два пеха, что ли, да, и это, конь. А, нет, два коня, блядь. Старик, беги нахуй. Я тебя прикрыл, блядь. Сау. Кот, иди их не шугай. Старик, а, все, старик, давай, работай. Артиллерия, хреново. Найс. Кот, в обход убегай. Кот не успел убежать. Нормально, нормально, нормально. А он пока ехал, он там один был. Так, я хилится. Я выхожу, Саныч. Давай, давай, давай. Сейчас поймаю. Дай, ловим его. На, нахуй. Все, приплыл, блядь. Старик, он тебя вообще боится, обходит, видишь? Он тебя даже не трогает. Все. Так я назову. Пехоту. Гасим. Так, все, я выхожу, князь. Да, я пока нормально, я пока желтый. Сейчас я этого чуть со стариком тут замучу. Все, я вышел, давай, Саныч. Я ухожу. Гасим, гасим, гасим. Да, они тут пропушены. Вот, съебывай лучше. Давай в него врежемся в эту хуй, блядь. Да, вон кавалерия, обычно на, кавалерию на. Легко можно загасить. Старик, беги! Беги! Все нормально. Рука. Ну ладно, нормально. Смотри, луки вышли. Врежься в лука, во. Нормально, как прилетит. Сейчас я бегу. Так, все, я побежу. Давай, давай. Сейчас Саныч присанем. Кот, это там лучник. Сейчас охуя это запиздит. Я лечу. Со мной это херня. Откатывайте лучше. Сейчас я чуть оттяну их, давайте. Хуя ты там оттянули. Старик, выходи. Старик, отдыхаешь, отдыхаешь. Да, пора тебе избавляться. А у него, походу, залагало, ебать. Мужики, нас уже тут нормально. Ничего, так. Ничего, ничего, блядь, пусть. Блядь! Мы тут заметелим. На нахуй. Все, я выхожу. Зря они, конечно, это не пушат нас, когда мы выходим. Кавалерия. Не, все, они сейчас это откинут. Лука. Вообще до желтого. Все, вот теперь можем. Санек, еби лучника. Хорош. Все, жмем. Кстати, пехота больше наносит урона по этому. Да, заметили? Да. По коням. Ну не, прям. Так, кажется, не надо сваливать. Так, пацаны, надо еще что-то.
Во-вторых, у нас Тарик, я не успею тебе помочь. Так, сейчас я погиб. Сейчас кот встретит. Хорош, не трогай меня. Кот, сваливай к ним туда. Сейчас я. Нет, коня в зиби. Двух. Блядь, уходи, он застрял. Давай-давай, вали к ним. Давай-давай-давай, сейчас отбиваемся и прям в их вгашиваем, короче. Так, я лука газую на лук. 36, твою мать. Все, вгашиваем, все мы успеваем. Да, поехали. Я вообще красный, мужики. Да похрена. Красный. Давайте вот это. Его убить надо. Все, просто в нее впиливаемся и все. Don't stop. Красавчик. Слушай, ну это команда. Даже мы ее добить можем спокойно. Да, сейчас, наверное. Прям секунда там нормально. Пощадный, блядь, поняли, да? Иди, какой там беспощадный. Там записано: беспощадный фермер, лагающий постоянно.